Вот именно косметический эффект, ну, на самом деле, обалденный. Размерный ряд у них очень широкий, руки у всех разные. Даже если, допустим, размеры одинаковые могут быть, да, то форма может быть разной. Есть стандартное происхождение и есть заказная. Заказная – это уже опции, которые можно делать под заказ. Это по размерам, по слепкам, под конкретную задачу. Там достаточно широкий ассортимент возможностей, вплоть до окраски индивидуальной натурального цвета. Детские протезы, ну, ребятишки с удовольствием носят, потому что неприхотливые. То есть, если заморал, то можно отмыть. Там даже с азиатским оттенком, то есть с розовым, с более таким белесым, так сказать. Цветовая гамма у них очень хорошая, мне все переходы, как и вот натуральные. Мозг отказывается понимать, что это не натуральное. Нет ощущения кукольного. Ты держишь в руках и все время объясняешь, что нет, там кровь не бьет, там в жилках не течет кровь. Вот, хотя визуально ты видишь, что она там течет. Ну, девушкам очень даже нравится френч такой. Французский маникюр вот этот очень нравится нашим девушкам. Один раз, если она одела такую кисть, она от нее уже больше не откажется никогда.